спасибо вам большое за поддержку. И вы знаете, хотела я, конечно, эти слова сказать в продолжении своей программы, но сейчас меня настолько переполняют чувства, серьезно, сердце бешено колотится. В этом зале находится Борис Давыдович Дейч, и я вам хочу признаться, что мы с коллективом танцевальным «Судак», когда я ходила в этот коллектив, называли вас папой, потому что вы нам всегда помогали, и спасибо вам, низкий поклон от всех артистов, от нас, от деток, от талантов, за то, что вы помогаете молодым талантам, потому что на самом деле ведь очень сложно пробиться, я это знаю теперь и говорю точно, и я желаю вам только успехов, крепкого здоровья, все планы, которые вы задумали, пусть будет их еще больше, и чтобы они еще лучше исполнялись, и чтобы вас все радовали, но я хочу пожелать всем вам любви, взаимной, к себе, к окружению.